Вот так, приветствуя и пожимая руки прохожих, добрый Бамблби предлагал каждому окунуться в свой мир – мир роботов. Он появился на 4-м этаже торгового центра «Мелодия». Роботоландия состоит из 17 увлекательных площадок, на которых можно не только увидеть, но и поиграть современными интерактивными роботами, квадрокоптерами, почувствовать себя в роли строителя или гонщика, управляя манипулятором, а также сразиться в танковом бою или придумать свою интересную игрушку в лего-зоне. Одними из первых посетителей стали гости из Москвы. Галина Солодилова решила зайти на выставку с тремя внуками и сама заинтересовалась представленными экспонатами. Этих не оторвать от движущихся роботов. Нажимают на клавиши. Один только что еле-еле оторвали его от динозавров, а теперь перешли на другой стенд. Вообще, конечно, замечательно. Это просто прекрасно для детей. Но у меня, конечно, как бабушку, как пенсионерку интересует робот-пылесос и тот робот, который окна моет. Особое внимание посетителей к аттракционам виртуальной реальности, где можно прокатиться на американских горках или качелях, сидя на стуле, но при этом по-настоящему ощутить страх и другие эмоции. Интересные 3D-проекции представлены в специальном мини-кинотеатре. Получить массу впечатлений можно также, посетив лабиринт-шоу и музыкальное шоу. Шоу, которое поставил Владимир Масурадзе у нас. Актеры все московских театров, Моссовета, Ленкома у нас. Ну, молодые, но зато у них перспективы большие. Хорошее, веселое, интерактивное, позитивное шоу, спецэффекты, 3D-графика. Приходите, будем всех рады видеть. Музыкальное шоу, где зрители увидят интересную театрализованную постановку, можно посетить 3 раза в день в 12, 16 и 18 часов. Но это пока. Затем время может корректироваться. Ведь выставка «Роботоландия» будет работать до 30 августа. Посетить мир роботов можно ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Стоимость входного билета – 350 рублей. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.